Территорию вокруг домов номер 13 и 15 по улице Грибоедова в Стрельне благоустроят с учетом мнения жителей. На публичных слушаниях глава муниципального образования представил предварительный проект предстоящих работ. Земля в том районе давно не благоустраивалась. Исправлять ситуацию будут комплексно. Специалисты обследуют деревья. Возможно, некоторые особо разросшиеся придется спилить. Разобьют газоны, установят детские и спортивные площадки, а также уберут мусорный контейнер, на который поступало много жалоб. Мы делаем предварительный такой эскиз. Выходим с жителями, обсуждаем этот эскиз, слушаем их предложения вместе с проектировщиком. Там проектировщик говорит, что можно, что нельзя. Формулируем это и четко прописываем в задании, как закончить проект. Работы займут примерно полтора года. Вот территорию вдоль зеленого забора по нижней дороге ждет более длительная перспектива. Муниципалы вместе с депутатами хотят объединить имеющиеся пустующие 22 гектара от гаражного кооператива до улицы Крылова в единый общедоступный парк. Раньше там планировался гостиничный комплекс. Инвестор исчез, проекта планировки нет, землю откадастрированы, но брошены. Мы запросили эти два участка для проведения вот этого общедоступного парка. То есть мы там можем сделать плоскостные сооружения, хороший стадион можно построить по футбольной. Главная идея проекта – расширить нижнюю дорогу и организовать там пешеходную и велодорожки. Это позволит, в частности, студентам СПбГУ быстро добираться до нового парка на двухколесном транспорте. Примерные сроки реализации плана – 5 лет.